Привет всем, с вами канал The Big Glazilda Small House. И сегодня, как я обещала, домашнее цветение гипиаструма Green Valley. Такая вот красивая зеленая красоточка с темно-вишневыми, скорее даже рыжевато-коричневыми, бурыми такими брызгами внутри. Горлышко чисто зеленое, нити тоже зеленые, темные внутри, светлые снаружи. У этого такая приятная бриллиантовая блестящая пыль. Не знаю, камера сможет ее заснять или нет. Вот такая вот она вся переливается перламутрово. Даже не перламутрово, а именно такими яркими искорками. Сорт обильно цветущий. 2-3 стрелы для него — это вполне нормальное явление. Самое главное — дать им большой горшок, чтобы они нарастили по 10-15 листьев за сезон, чтобы заложить вот такие вот красивые бутоны. Значит, по 6 цветов. Я специально снимаю сегодня, потому что как раз у меня... Вот тут можно заснять. Это первый день распуска. Бутон распускается ярко-зеленый. На второй день он становится вот такой бледно-салатовый, кремовой, в зависимости от освещения. И завтра этот цветок будет практически белым. То есть за 3 дня, перед тем, как начать увядать, он меняет свой цвет от вот такого вот зеленого до вот такого вот белого, весь целиком. Очень красивый, интересный сорт. Один из моих любимчиков. То есть как он появился, так сразу и попал в разряд любимых. Вот такая вот прелесть. Пыльники у него кремовые, без какого-либо рисунка. Ну, может быть, слегка, вот чуть-чуть, вот тут, не знаю, камера передаст свет или нет, слегка чуть темнее кремовый, чем обычно, полоски. Вот такая вот прелесть. Цветонос достаточно высокий. Этот у меня порядка 50 сантиметров в высоту. Там еще один у меня зреет. Он будет побольше, потому что там всего одна стрелочка. Этот занят выращиванием двух, поэтому стрелочки чуть поменьше. Еще у меня вон там парочка зреет. Так что еще где-то у меня один Green Valley. Вот. Так что цветением своих любимых зеленушек я обеспечена надолго. Ну что ж, удачного всем дня. Пока!